Привет, я Виктория Печенкина, основатель и генеральный директор компании JSP Travel. Вот уже 16 лет мы занимаемся осознанным отдыхом, что означает ехать за состоянием, а не за чем-то другим. Нам не с кем говорить о своих успехах, потому что очень мало кто будет радоваться вместе с нами нашим успехам. Как от подписания там, какого-то важного контракта, тендера, до самых больных и тяжелых моментов, потому что страшнее всего кому-то признаться в том, что ты сам похитил свой бизнес. И правильное бизнес-сообщество, которое создало внутреннюю безопасность, когда ты можешь безопасно говорить об этом, обо всем, в том числе и о личном, это, наверное, самая большая ценность. Когда-то очень давно вместе с родителями мы уехали в Германию, отец был военным, и, прожив там 3 года, мы вернулись в Россию в двухкомнатную маленькую квартиру после огромной 4-комнатной, после всех видов продуктов питания, хоть мы и жили в Восточной Германии. В один день ночью мне пришло очень четкое осознание, что жизни такой, как была тогда, не будет. Это было больно, это было взросление, но в ту же ночь пришло второе понимание, что я не знаю, что я буду делать. Я не знаю, как я этого добьюсь, но я буду заниматься тем, что даст мне возможность видеть весь мир. И в течение последующих, ну, надо посчитать, наверное, 10 лет, я шла к тому, чтобы работать с миром. Я ушла в собственный бизнес, и вот уже 16 лет, безусловно, с разными перипетиями, с расставанием с бывшими партнерами, с прохождением кризисов, с факапами, о котором я недавно рассказывала клубу, я веду свой собственный бизнес, и я, наверное, могу сказать, что, наверное, это мое призвание, и я считаю себя счастливым человеком. До того, как я вышла замуж, это произошло 4 года назад, я жила в Америке, 3 года я моталась между Россией и Америкой. И я поняла, что у меня нет никакого другого выхода, кроме как строить полностью систему удаленного управления бизнесом и компанией. Самый главный был тот момент, когда я разрешила себе отпускать контроль, и я увидела, как начали меняться люди. Люди сами начали осознавать, что они могут, как они это умеют, и чем они за это отвечают. Когда ты выходишь замуж в взрослом осознанном возрасте, когда ты рожаешь ребенка в 40 лет, то подход к этому уже совсем иной, чем в 20. И я изначально знала, у нас будет няня, у нас будут такие спланированные семейные процессы. Если я с сыном, то я с ним. Я посвящаю время ему и провожу время с ним тотально. Пусть это даже 2 часа вечером или час вечером и время утром и выходные. Если я занимаюсь бизнес-процессами, то я погружаюсь в них. Будь это командировки, интервью с генеральными менеджерами, осмотры отелей, какие-то поездки или же просто совещания в Петербурге. Сегодня, когда Миш презентовал клуб, я вспомнила, как он надиктовал мне сообщение, как он любит это делать, и сказал: слушай, есть такая тема, мы запускаем первую группу, приходи. Миша, какую группу, про что? Ну, я тебе расскажу, но ты приходи, ты поймешь. И я помню первые... После модератора начал Миша. Он как раз-таки погрузил нас в ту самую 5% искренность, о которых мы и говорим во время наших форумов, и когда рассказываем другим о клубе. И, услышав его, я поняла, а мне тоже есть чем поделиться. Именно тем, что волнует меня сейчас. И когда я делилась этим, я смотрела в стол, потому что я очень нервничала. Мне казалось, что ребята за столом, что они намного круче меня, более опытные, что они такие серьезные предприниматели, и вообще их не особо интересует, что я говорю. И когда заговорили все остальные, стало понятно, что проблемы у нас у всех одинаковые, вот тогда я поняла, зачем это было надо. Это частично мое альтер-эго, частично это мои зеркала, это люди, которые зеркалят меня саму. Иногда они зеркалят те стороны, которые я не хочу себе признавать, а иногда они зеркалят то, что я, за что мне действительно стоит себя благодарить, но я это не вижу. Ты понимаешь, что тебя никто не обесценит, а это сейчас такой безумно важный момент, что каждое твое слово может быть обесценено кем-то. Я уверена, что самое первое и самое главное, что дал мне клуб в самом начале, это расширение горизонтов. Когда ты живешь в этом маленьком мире, ты не осознаешь и не задумываешься, что возможности твои в сотни раз больше. Вот это вот расширение горизонта, который перестал быть как шор у лошади, а стал вот таким 5D всеобъемлющим, вот это первое и самое главное, что дали мне атланты. Если бы 5 лет назад или 7 были бы атланты, то эти 7 лет, во-первых, я бы достигла точно x2 результатов, и, во-вторых, я уверена, что на некоторые вещи я бы точно потратила меньше денег.